Александр Лукашенко отменил указ об освобождении от НДС товаров, ввозимых в Беларусь для последующего экспорта, сообщили в пресс-службе главы государства. Соответствующий документ президент подписал накануне. Он вступит в силу с 31 августа. Железная дорога напрямую свяжет два крупнейших транспортных узла страны – ЖД-вокзал в столице и национальный аэропорт. По проекту магистраль пройдет по уже существующему пути от станции Минск-Пассажирский через Колодище до станции Городище. Отсюда построят 18 километров новых линий вдоль трассы М2. На разработку проекта понадобится примерно 24 месяца. Вся дорога будет занимать 32 минуты. Помощь хлеборобам Могилевской области вышло около 1000 студентов. Студотряды все более популярны. Аграрные, педагогические, строительные. Всего этим летом в регионе трудоустроены более 3000 молодых людей. Они в том числе вносят лепту в республиканский каравай. Сейчас его вес 6 миллионов тонн. В Беларуси с 1 сентября стоимость жилищно-коммунальных услуг будет рассчитываться, исходя из квадратного метра. Изменения коснутся механизма начисления платы за техобслуживание лифта и уборку подъездов. Учитываться будет не количество зарегистрированных в квартире жильцов, а площадь помещения. Бобруйская Белшина сегодня проведет очередной матч в рамках чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги. Красно-черные на выезде сыграют с гомельским «Локомотивом». Игра пройдет на одноименном стадионе Южного областного центра. Начало 18:30. Напомним, сейчас шинники идут на первом месте в турнирной таблице.